Здравствуйте, господа полицейские, а можно вас спросить? А я просто хотел спросить, беспорядков никаких сегодня не было, я только прибыл. А, ну окей, хорошо. Хорошо. А что, здесь запрещено дорогу переходить? Да. Почему? Ну, тут убирают снег. Где? Вот. Сейчас прибыли техникам, видите, ездит. А мне надо на ту сторону перейти. Ну, вон. Там пешеходный переход, видите, переходите. Где? Вот оперетта? Да. Хорошо, спасибо. Люди в красивой, стильной, зеленой форме. Обмундирование. Почему? Смотрите, площадь оцеплена, ведется работа по уборке снега. Там техника работает, поэтому вас не пропустят. Если вы хотите, вот так можете войти. Ну, здесь, видите, вы не пройдете. Прям реально считаете, что это из-за уборки снега? Ну так вот, чисто по-человечески. Вы же видите, техника работает. Ну вы как человек, можете ответить, не как полицейский? Работает, вы же видите. Нет, я не вижу, чтобы работал. Ну вот хотя бы так сказали, так честнее будет, правильно? Я вам говорю, для безопасности граждан, потому что техника работает. Не потому, что техника работает. Ну хорошо, ладно, вы на службе. Говорю. Мы же тоже вас не можем туда пропустить, понимаете? То есть вы мне сейчас запрещаете перейти дорогу? Же, да, конечно, вы же видите, оцепление. Согласно федеральному закону о полиции, полиция имеет право оцеплять местность. Ага. Поэтому как бы ограничен пока доступ граждан. Понятно. А вы из какого отделения? Управление МВД России по городу Кемерово. Никакой техники, как мы видим, нет, кроме автозаков. Время 13:40, кроме полицейских, митинги никто не участвует, в акции никто не участвует.